Друзья, всем привет! Вы на канале Рыбачье удовольствие, город Герой Мурманск. Продолжается у нас самоизоляция с мохнатым. Мохнатый бегает там. Вот. Здесь решили сейчас поехать на один ручей, попробовать порыбачить. На снегоходах здесь буквально 20-30 минут езды, ходьбы. Вот снегоходы наши. Так что решили втроем сгонять, порыбачить. Так. Вот идем мы по лесу. Алешек идет и говорит: ребят, знаете, в чем преимущество зимней рыбалки? Комаров нету. Идет и улыбается. Колямба он идет, мохнатый носится. Раздолье для него. Вот. Так что на снегоходах еще идти пока. Ладно, будем чапать дальше. Вышли на ручей. Колян он решил забуриться, попробовать. А этот ржет только. Корреспондент. Мохнатый. Так, ну что, есть земля? Вот. Опа. А что-то. О, отлично, тогда готовим удочку. Тут Коля здесь предложил лекарство от коронавируса. Нормальное такое лекарство. Алешек у нас не пьет. Он говорит, понюхает нас. Мохнатый бесится. Так, короче, смотрите. У меня опарыш, мормышка. У нас все помогает. Коля, мормышка, червячок. И у Лехи балансир. Пока ничего не клюет. На этом плесике ничего нету. Пойдем сейчас дальше, там еще один плес будет. Мохнатый. Вот. Но если на том плесе не будет, там есть озеро. Где-то еще минут 10 чапать. Так, попробуем. По идее, здесь кумжа, хариус. Ну, а вообще, что будет сегодня, пока неизвестно. Вот ручей скрылся. Вышли еще на один плес пробовать. Лешек у нас искупался. Купальный сезон открыл в этом году. 31 марта. Вот пришли на очередной плесик, засверлились, пытались здесь уже рыбачить, как-то все в холостую. Сейчас здесь посидим немножко, ничего, пойдем здесь на ламбинку, недалеко. Лешек у нас завтракает в обед, а он только завтракает. Коля там что-то молится над лункой. Там самое клевое место. Будем надеяться. Вышел на ламбину. Лешка тут засверлился. Мохнатый. Говорит, я говорю, может быть, окунь здесь будет клевать? Он говорит, нафиг нам окунь. Мы пришли ловить кумжу. И меньше килограмма брать не будем. Кумшину. Колян там опять колдует. Так что сейчас закинемся и будем рыбачить. Не в лунку же. Николай нам рассказывает, как он рыбачит. Ага, конечно. Первая заповедь. Свежий чех. Конечно, на протухшего так клевать не будет. О,
Вообще, вон, даже оставлю, пускай, если что, сначала прикормлю. Видишь, какого жирного ей. Был бы я рыба, от такого запаха сам бы клевал. Ну, давай узнаем глубину. Интересно даже. Первый раз мы... Кстати, что-то ветер какой-то недобрый. Тебе не кажется, Роман? Да кажется. Погода меняется. Ветерок поднялся. Небо все затянуло. Он большой одной тучей. Мохнатый, Коля. Алексей там пытается что-то рыбачить. На те лунки пришли, где изначально сели ловить. Так что... Да? Мохнатый? Вот. Так что... Всем пока. Подписывайтесь на канал. Рыбачьте в удовольствие. Берегите себя. Своих любимых. Ждите следующее видео.